Пару слов о пиаре и отчет о посещении Музея современной истории на Тверской. Пришло время пиарщиков, вот что я вам скажу. Ходишь по музеям современной истории, тут у тебя, пожалуйста, Лениниана, тут у тебя, пожалуйста, Хрущевщина, тут Ельцин и Горбачев, и то что-то есть. Лежат какие-то кипятильники, старые магнитофоны, какие-то останки исторические на виду. Но, ну я уже не говорю там, да, вот о самолетах, ложках, макетах различных, ледоколов и все такое. Войну, да, вот, соответственно, целый зал, как мы выиграли, посвящена экспозиция войне, соответственно. Заходишь на время, значит, новейшей истории. Путин, тире Медведев. Тире, наверное, опять Путин. И что мы видим? Спорт. Алина Кабаева, футбол, кто-то там еще. Второе. Мы видим там автограф Димы Билана. Мы видим там страничку из рукописи Дарьи Донцовой. Мы видим там макет заправки Лукойла. И, в общем-то, одни репродукции на стенах. Ничего вещественного нет. То есть, одни визуальные атрибуты и ивенты. Соответственно, в наших силах все это поменять. Может быть, действительно время такое, ничего не производится, а только шоуменится. А может быть, не настало то еще производственная, вторая производственная революция или там третья. Но, в общем-то, я немножко ужаснулся, честно сказать. А ваше впечатление от музея современной истории –